Говорить, что аппетит домашнего насильника породит его бескарность, читься так? Абсолютно верно. Не наказали первый раз домашнее насилие, простили, сошло с рук. Второй, второй раз совершение домашнего насилия будет уже с большей степенью агрессии и с более тяжелыми последствиями. Но если агрессор домашний будет знать, что за это серьезная уголовная ответственность, это должно остановить. Говорять, що менше десяти постраждалих від домашнього насильства звертаються за допомогою. Чи це так? Ну я думаю, що в середньому мабуть, да ну плюс-мінус, тому шта. Женщины стараются не выносить ссоры из избы, женщины прощают своих мужей, когда те совершают первый, второй, третий раз какие-то виды домашнего насилия, э, надеются на то, что ситуация изменится. И, э, в общем-то, еще боязнь обратиться в полицию либо в другие государственные органы останавливает женщину, и они действительно не обращались. Но последнее время, я думаю, эта цифра гораздо выше.